Коба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и сегодня мы с тобой... Нет, не будем мы играть во Friday Night Funkin', а посмотрим анимации. Да, ребята, мне кажется, это очень зайдет. Если тебе зайдет, обязательно поставь лайк. Я, в принципе, делал реакции на различные видосики, поэтому, я думаю, будет все хорошо. Если что, ссылочка на оригинал в описании. Озвучки Чай ТВ канал называется. И это у нас сборник Friday Night Funkin'. Давайте посмотрим. Так, доча, с каким залупарем ты там хочешь встречаться? Я... Господи. А... И как его зовут? Бойфренд. Охренеть! Пипец, какой же он горячий. Так все, покажи, что умеешь, парень. Зачитай ко мне. 3, 2, 1, Мне кажется, он просто его сейчас... Батя вот так... Пиньк. Пуп-пуп-пуп. Мясо. Чё, и все? Ты сказал мясо и сожрал микрофон? Зря старался, ты недостоин моей! Красотка! Батя! Батя стал добрым! Это видно! О, сейчас будет разврат. Офигеть, ребят! Обновление 7-й недели! Смотри-ка, у нас там танк. Эй, придурок, смотри, глаза никому не выколи. Офигеть, сколько здесь отсылок, ребят! Забери меня в Японию, детка. Пойду сейчас скачаю порнуху. Офигеть, даже здесь отсылка. Мультик был «Ральф против интернета». Или, погоди, даже нет, даже в первой части, там, помнишь, между комнатами они ходили, там различные игры были. Вау! О, кровь! Школа Пико. Мой отец очень гордится тобой, ты знал? А, я понял. Разработчик, понял. Вау. Айзик, Айзик там! Я хочу, кстати, друзья, чуть попозже поиграть. Она повсюду с собой эту колонку носит! Идет обновление, завершено! Новый соперник! Лучше приготовься к панчам моего сына. О, это будет так мило. Какой-то. Слушай, это капец просто. Дети, не употребляйте наркотики. Да, ребят, все это мы осуждаем. Так что лучше вот пейте квас, либо играйте в игры. Вот это. А что тут будет? Наконец-то удалось отделаться от родителей. Как они достали вечно меня опекать. Это ты верно подметила. Мне так надоело, когда я вижу с твоим стариком. Эй, чё как? Рад тебя видеть. Он типа притворяется хорошим при родителях, ну ты понимаешь, да? А сам, блин... Так, почему у тебя пистолет? Не бери в голову. Кстати говоря, та-дам! Ништяк! Хорошая вещь, ещё как, чел. Воу, притормози. Ты же не будешь это курить? Осуждаю. Не курите, ребят. Не курите. Нет, мои родители могут почуять эту... Ладно. Ой, пошло. Кстати, что там? Капец! Все, ему сейчас люлей точно всыпят. Траву курить вздумал, шкет? Да! И что ты мне сделаешь, старик? Ты же понимаешь, что спалился, да? О, маленький проказник, ты что, не знаешь, насколько это вредно? Недостаточно? Мы-то знаем, как оторваться. Крутяк! Так, окей, кто вас вообще пригласил? Мы, а ты сваливай. Чего? Что ж, раз его тут больше нет, начнем вечеринку! Нормально! Офигеть! Там Витти, смотри, на заднем плане. Как бойфренда не стало сразу, все, веселье!
Офигеть! А, ну хоть наша подружка, Лемон-демон, там! Ух, блин! Это было жутко. Блин, башка раскалывается. О боже, что здесь было? О, вот ты где. Боже, ты в порядке? Все путем, правда. Стекло в ушах застряло, но это не страшно. Эх, понятно. Прости, что испортили тебе вечеринку. Я знаю, ты давно ее планировал, а мои родители... Ну, знаешь, ты можешь загладить свою вину свиданием. Свиданием? Да, то есть комната сама себя не почистит. Так что давай сделаем это вместе. Идет? Идет. Идеальное просто свидание — почистить комнату. Эй, извините, я забыл свое пальто. Нет, нет, пошел ты! Ты мою сестру сожрал! Эй, Льюис, прости, что так поздно, делами занимался. Все хорошо, я и есть дела. Боже мой, гёрлфренд, ха-ха, бойфренд XML, ты трахаешь мою дочь. Вокал, у тебя что надо, бойфренд? Может, твой микрофон успел потрепаться после всех твоих батлов? Хочешь, возьми кредитку моего отца, он точно не будет возражать. О-хо-хо-хо, позже тем же вечером. 100 баксов. Ой. Хрупкое там было написано. Нормально, как бы доставляет. Но это же не Почта России, кстати. Отлично, я помогу тебе с настройкой. Может, попробуешь другие? А бойфренд микрофон. Надо другой срочно, а не за $100. Погоди, сколько он 3 штуки купил? Батя, батя! Он взял мою кредитку. Батя! Пустите меня! Умоляю! Пустите! Прошу! Офигеть, нифига себе тут, смотри-ка! Блин, Соник там даже есть. Брэйдит, Фанкит, прошу вас! Пустите! Пустите! Ну что ж, вполне себе сойдет, наверное. Только дай посовещаюсь с этими ребятами. Мы недолго. Ребят! Чё думаете? Короче, смотри, вот есть ты, а если бы ты был моей рукой, и я бы засунул тебе пачку Принглс, то... Смотри, смотри. Что? Плевать, ты принят. Итак, пока что у нас есть геймбой, кислая харя и парень со стволом. Ну, ладно. Как я уже затрахался. Погоди, а почему все реально, вот, я не понимаю, даже вот мы в модификацию играли, и вроде как бойфренд говорил, что он раньше, типа, был парой с Пико. Как? Это как? Так, зовите след... Ну, в плане, реально такое было? Хорошо. Или... Собака, это... Новое обновление, ребят, подкатило! Это как вот, помнишь, Ридз был, в общем, крыс, его хотели вроде как бы добавить, у него кепка была как раз с микрофона, очки, ну это как бы пошутили разработчики, так-то Танкман был. Ну нормально, хороший соперник, да, вот на 8-й неделе, в принципе, сойдет, я думаю, неплохо. Он такой... 3, 2, 1... Серьезно? А качает? Качает? Ну все, теперь мы знаем, босса 8-й недели будет Гав Гавкинсон.
Поддержка канала Замарт. В общем, ребята, надеюсь, вам понравилось. Мы с тобой смотрели сборник Friday Night Funkin' анимации номер 2 у канала озвучки Чай ТВ. Спросил я у владельца, можно ли снять. Он говорит, попробуй. Вот мы с тобой попробовали. Надеюсь, тебе понравилось. Если что, поставь лайк. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.